завершить первую часть сезона победой и тем самым подарить своим болельщикам хорошее настроение перед новогодними каникулами. Эту задачу хоккеисты «Динамо Алтая» выполнили на все 100%. В соперниках «Грозный Буран» из Воронежа. Они идут на 8-й позиции, наши вне топ-16. Наперекор всей статистике, именно «Динамо Алтая» первыми открывает счет. Делает это Денис Луцев, что еще раз доказывает, родные стены помогают нашим ребятам. Было тяжеловато нам в плане психологии, потому что предупреждали ребят, что дома «Динамо» начинает себя очень хорошо при своей поддержке. Но, тем не менее, в третьем периоде имели очень много возможностей решить все основное время, но не получилось. Не все получилось и у «Динамо Алтай». Подвели удаления, в которых «Буран» как раз играл результативно. Сравнял счет на табло 1-1. Но больше болельщики заброшенных шайб не увидели. Судьбу матча решили буллиты. Барнаульцы оказались более точными. Два невынужденных удаления привели гол в наши ворота. И, конечно, игра сломалась. То есть ты играешь настолько хорошо, насколько позволяет тебе соперник. Да? Соперник перехватил инициативу. Было маленько непросто. Были неплохие моменты во втором периоде, где, наверное, хотелось бы забить гол, но, видимо, игра шла до забитой шайбы. На такой удачной ноте «Динамо Алтай» уходит на небольшую новогоднюю паузу. Она продлится до 5 января, когда хоккеисты вновь выйдут на лед в матче против саратовского «Кристалла». Надеемся, за очередной победой. Дмитрий Дроздов, «День с толком».